Дайщик. Медуза, а не мужик. Всем привет, друзья, с вами Глюк, и мы сегодня продолжаем играть в упоротые игры ВКонтакте. И сегодня мы, наверное, опять посмотрим несколько игрушечек, и вот одна из них, в которой мы будем накачивать свою медузу. Вот эта медуза уже ей... Она весит 50 килограмм, ух, отожралась-то как. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать, чтобы прям прокачаться, прокачаться. На кухню. О, на кухню, да. Вот это да. Вот мне всегда так на кухне-то, ну. Что там, бургеров сожрать, да, там углеводы. Молочко. Да, давайте все сожру, что это... Че, мне жалко, что ли? Ой, еда. Ну и вот это сейчас сожрем. О, тост, тост, вернись, вернись. Протеинчик, гейнер, нет, нет. Все? Так, все, пора нанимать кухарку. Это какое-то безобразие. На моей кухне должно быть полно еды. Ну давайте попробуем подкачаться. Раскачаем нашего дрыща. И все? Ни хрена себе, это он так покачался? Я не видел, как он качался. Это что за what the fuck? Вы серьезно, это что, типа тамагочи, что ли? Серьезно, что? Покушать. Опять пожрать. Пришли качаться, вместо этого постоянно жрём. А чё сейчас? Сейчас откачаемся. Будет у нас жировая масса. Мы ее натянем как нужно на мышцы. И будет похоже, что мы накачанные. Да. Блин. Ребят, это реально тамагочи в ВКонтакте. Только вы не тамагочи управляете, а сраным мужиком, который 53 кг весит. При этом он даже ни капли не волосатый. Вот если бы был волосатый, бы... О, гардеробчик. Я могу купить себе труселя? Нет, вы посмотрите, я даже труселя себе позволить не могу. Ну-ка, вот. Почему они стринки носят? Если я хочу вот леопердовые, ну что такое? У меня даже денег на леопердовые трусы не хватает. Это что за жизнь такая вообще у качков? Даже леопердовые трусы себе позволить не могу. А очки могу позволить? Мне даже ботанские очки сраные не могу себе позволить. Хорошо, давайте посмотрим, какие трусы я могу себе позволить. У меня есть 100 монет. Так, вот эти отстойные трусы могу позволить. О, за ноль... А, нет, это те, что у меня уже. Со звездочкой! Зашибись! Теперь это вообще как баба. Ёпта, ребят, давайте в другую игру, я не могу, это... За отлично, зашел в игру, пожрал, короче, надел бабские труселя и все, и сваливать. И ну в жопу эти игры. А теперь, друзьяшки, мы сыграем в прятки. Ведь все любят прятаться, я в детстве очень любил играть в прятки. Чё это за хренота? Почему я смотрю на какого-то банану, который ходит с калашом и там... Отлично, я играю за стул сегодня, я сегодня... Стул! Зашибись! Куда мне прятаться-то? Я просто стул. Вообще, самая беспалевность, блин. Вот такое беспалевное место просто нашел, а? О, да! Это насмешечка! Сейчас понадсмехаюсь, а они мне потом дробовик в сраку вставят. Как он сменил? Как он сменил свой облик? Объясните мне, какой облик сменил, я тоже хочу! Меня тут нет! Да нет! Блин! Я только научился менять облик, а он меня тут же убил! Безобразие! Надо взять какую-нибудь маленькую штуку и закатиться в какую-нибудь такую сраку, в которую не достанут. Отличный бургер! Вообще бургер-цветок! Отлично, просто идеально. Я всегда мечтал такое сожрать. Вот знаете, вот говорят, ГМО вредное. Вот это правда, ГМО вредное. Видите, по ползу бургер, блин, ползает. Генно-модифицированные организмы. Генно-модифицированный бургер. Я стол. Я игрушечка. Серьезно? Эпичная музыка для бургера, который скачет тут по этим. Бургерный цветок, бургерный цветок. Серьезно, он сейчас слепой, что ли? Дебил! Да давайте, чё вы бургер пристрелить-то не можете? Вы чё? Люди! Ёптить, а? Да ты чё, вы косые, как... Как можно было бургер... Так, ладно, все, я включаюсь в игру. Я сейчас буду искать предметы. Никто от меня не спрячется. Вот бургер ползает, обычный бургер. Что мышка такая юркая-то, ну? Вот говно-то собачье, а? Слышь? Да как? Молодец, попал. Я кого-то видел?
Нет, это не... Нет, вот это... Нет, тоже не оно. Да что ж такое-то? А где враги? Вот он! Вот он! Да! Я попал! Попал! Охотники победили, пойду отолью со счастью. Да! Видали, какой я брутальный? Реально на меня похож? Я победил. Вот, например, я мышка. Они здесь вообще меня не найдут. А нет, а может и найдут. Если найдут, будет отстойненько. Но я маленькая мышка. Меня же никто не заметит. Да я тоже никого не замечу, блин. Никого не вижу. One hour later. Чё тут как-то скучненько прятаться? Вот сидишь ты запрятанный. И не знаешь, что тебе делать. Пока эти балбесы ходят, что-то ищут. Найти тебя не могут. Ну ты глянь, слушай, чё он там ходит вообще? Я тут. Посмотрите на меня. Я здесь. Пока остальные палятся, Глюк сидит на месте и не палится. Глюка тут нет. Как он меня не заметил? Неждальщик. Как так получилось? Знаете что, не нравится мне эта игра, не нравится. Я здесь проигрываю, поэтому я пойду в другую. О, ребят, это одна из самых странных игр, которые я вообще когда-либо видел. И признаюсь вам честно, я провел в ней дохренища времени. Но... я вам не знаю, возможно, вы уже знаете о ней, а может быть и нет. Фишка в том, что у нее нету никакой логики, вообще здесь не пахнет никакой, мать его, логикой. Тут может быть запросто ты можешь выращивать какие-нибудь неадекватные растения и превращать их в краску в пирамиде. Вот почему, скажите, я до сих пор не могу этого понять, почему желтая краска делается из монет и халеи в пирамиде? Там что, в пирамиде кто-то сидит и красит все? Почему обязательно в пирамиде? Почему не малярщиков нанять-то? И вот таких вот хреновин здесь огромное количество. Неадекватных. Вот вы только взгляните на вот этих дебилов, которые круглые сутки здесь сидят и нихрена ничего не делают. И музыка вот. Одна и та же музыка зациклена. О май гадабл. Я вспоминаю не лучшие дни своей жизни. И вот этой хренью я занимался изо дня в день в этой ужасной игре. Это больше похоже на пытку. Если когда-нибудь людей за место тюрьмы начнут сажать в эту игру, вот это будет гораздо более жестоко по отношению к ним. А еще сюда просто отлично вписывается моя аватарка. Что может быть лучше? Ладно. И, собственно, задача-то здесь превратиться в человека. В человек. Вот этому говнюку нужно превратиться в человека. Ух ты, перчатку. Копал, значит, цветы и нашел сраную боксерскую перчатку. Где логика, мать его? Клей. Вот почему в елке, смотрите, я захожу в елку. И елка у нас, как отдельное строение, оно производит суперклей. По-моему, суперклей это то, что употребляли создатели этой игры вообще вот на всех этапах разработки, мать его. Давайте, мельница. Что в мельнице делается, как вы думаете? Доски и цемент, блин. Ну ладно, цемент еще можно понять, может там перемешивается как. Склеп. В склепе делается зеленая краска. Монетки это, блин. О боже мой, сколько... Это что так? Это что так до хрена всего? Вы вылезло-то, а? Да идите в жопу. Шалаш. В шалаше делаются дети. Из аиста и золотого кольца. Я просто скрафчу ребенка из аиста. Чего, собственно. О, вот в качелях. Время прошло, и мы можем выбрать себе приз. В качестве приза я получаю любовь. В этой игре вообще нет никакой логики. И вот и все, в принципе, что я хотел показать. А вот это, ребят, снеговик. И как вы думаете, из чего его делают? Из снежков и цемента, мать его. Цементный снеговик. Цементный, это как? Короче, у меня тут свои эти рабы были, которые что-то делали. Замок. В замке у нас что делается? Пружины, дрова. Конечно, там в замке король сидит и колет дрова мне. Чё? Маяк. В маяке делается красная краска, проволока, ведро, заколка с цветком. Вообще, просто вот... Чё? Как? Зачем? Почему все так вообще? Нет, я пойду в другую игру. Да... А это, ребят, игра, в которой мы должны создать своего собственного героя и защищать мир силой и справедливостью. Мне кажется, вот эта
девушка идеально подходит под роль супергероя или вот этот мачо усатый в трусах. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Ох, вот настоящий герой, сующий зубы торчат прям. Да, да с такими зубами, как замазано-то. Глюк супергерой сегодня будет. Глюк, вот, хорошо. Да плевать, кто-то уже за глюка зарегистрировался. Как вы могли, кто зарегистрировался за глюк? Планета, встречай своего героя. Вы выглядите блистательно, а также у вас костюм гаджеты и суперспособности. Да, мой костюм просто великолеп. Это самый лучший костюм на свете. Блин, жителям района требуется дальше помощь. Я должен избавить этот мир от преступников. Где преступник? Помоги. И чё, это я так... Я героически справился с заданием. В трусах! В трусах, мать его, я справился с заданием. Ладно, он у нас будет интуитивно понимать. Вот у него будет интуиция, прокачан, будет интуитивно понимать, когда ему пипец грозит. Купим себе, чё, тапочки, халат. Ууу, домашний халат. Полиэтиленовый плащ, отлично. Хочу полиэтиленовый плащ. Издевательские шлепанцы, хочу. А, не, подождите, хочу вот. Полиэтиленовый плащ. Я супергерой, я в мусорном плаще. О, вот это просто, вот это настоящий. Настоящая маска супергероя. Вот такие маски должны носить все супергерои. Это будет идеально. Сейчас мы еще кого-нибудь жопу дерем. А ну подходи сюда. И видишь, тут мужик в мусорном мешке. Ничего ты мне не сделаешь. Я как одолею тебя сейчас силой своего интеллекта. Давай. Надери ему задницу. Покажи ему, насколько сильны твои труселя. Слушайте, смотрю, как будто на битву двух гомиков. Они такие, бей его, бей. Отлично, ребят. Великолепно. Я просто великолепен. Я просто идеален. Отлично. И награда получилась. Спасибо, мужики. Спасибо. Пойду куплю себе еще один плащ. Или, не знаю, там, банные тапочки. Удлинитель в качестве пояса. Серьезно. А чё бы нет? А чё бы нет? Я всегда так делаю. Так, вот у нас тут есть даже оружие можно. Громкий мобильник, это тоже оружие? Новые товары. Мороженка. Чё там ещё можно напялить на себя? Ах, ребят, что-то я немножко утомился. Давайте, наверное, завязывать. Большое спасибо, что смотрели. Поделитесь роликом со своими друзьями, если он показался вам интересным. Они, я думаю, тоже сочтут это интересным. Если вам, конечно, понравилось. Ну а с вами был Глюк. Всем бурдюк. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса.